Непогода, которая обрушилась на город на прошлой неделе, не прошла бесследно для парка Шевченко. На проходном популярном у одесситов месте прогулки между памятником погибшим морякам и карантинной стеной вниз сползли бетонный парапет, плитка, металлическое ограждение и даже некоторые деревья. Те одесситы, кто здесь часто гуляет, предполагают, обвал – результат проливных дождей, которые обрушились на наш город на прошлой неделе. Провал не очень большой, но все-таки внушительный, больше метра глубиной и по площади примерно метров 5-7. Из всех аварийных работ коммунальщики удосужились только натянуть предупреждающую ленточку по периметру места происшествия. Думаю, что прежде всего нет водоотливов. То есть Одесса всегда страдала от таких дождей. Но вы помните, и позапрошлый год, и прошлый год, в общем-то. Ну и... Если бы были водоотливы, я думаю, что ничего бы этого не случилось. Вот. Водоотливы и отсутствие орошения в парке – это у нас две проблемы, которые не решались. Дождь прошел, земля обвалилась, все нормально. Где-то поднялось, где-то опустилось. То есть это нормально, что? Ну, нормально, нормально. Если бы смотрели, так не было. А так никто же не смотрит. Чего вы удивляетесь? Все нормально. Знали, что где-то дня два назад, что ли, может быть, в выходные. Вот мы пришли посмотреть. Ну, наверное, оползень или вот с этой бурей что-то произошло. Потому что, ну что, вроде бы... Вот мы все время ходили по этому бордюрчику, да, Владушка? И смотрели на порт. Здесь уходили дети по бордюрчику все время, постоянно. А вот эта вот часть, все, вот видите, поехала вниз. А еще есть и такое мнение философское. Что это такое своеобразное наказание от природы за возросшую ненависть друг к другу в Одессе? Наказание за халатность и потребительское отношение к городу. Смотрите, бандеры, твари. Столько ненависти. Это Одесса у нас уже не выдерживает. Смотрите, свободу чему там? Дальше. Съезжают склоны. У нас уже просто Одесса переполнена таким количеством ненависти, что уже просто природа не держит. Мы уже даже не говорим про то, что съезжает, что парк Шевченко так обрушило. Однако, скорее всего, правильное объяснение дали наши собеседники-мужчины. И мистические силы тут ни при чем. А виной всему простое человеческое чиновничье разгильдяйство. Тем более, что за несколько дней здесь можно было выполнить определенный объем работ. Но, очевидно, гораздо проще просто повесить предупреждающую ленточку.